Приветствую, друзья. Вот очень интересно, когда люди мне пишут комменты. Ну, так удивительно. Я вам всем желаю здоровья, счастья, вопреки всем обстоятельствам. И в то же время я желаю вам изучить, что же такое синхрогимнастика для того, чтобы надежно быть здоровым и счастливым, несмотря ни на какие обстоятельства. Синхрогимнастика – это, представьте себе, миллион различных упражнений, которые вам только в голову сейчас могут прийти. А вы выберете оттуда то, которое вам хочется продолжать, а все остальные выкинете. А вот этот подбор путем перебора, когда вы подбираете именно то действие, которое вам легко делается, даже лежа в постели, или в беге, или сидя за стулом, за столом, в любом положении, в любом настроении, если вы, перебирая различные упражнения мысленно, подберете то, которое даже ленивому вам легко делать и хочется продолжать, это и есть критерий индивидуального подбора действия, синхронного текущего вашему состоянию в моменте, который сразу снимает стресс и выводит вас на состояние нирваны. А там, вы, мечтая о желаемых переменах в себе и в будущем, включаете внутри эти ресурсы, которые обеспечивают вам исполнение ваших желаний и мечтаний. Да, друзья, до встречи!